Всем привет, друзья! Вы смотрите SLT Fight News, и мы в Гомеле на бойцовском шоу «Гладиатор Fight Battle». И в завершении хотели бы для вас взять интервью у организатора этого бойцовского шоу Ивана Васильевича Карпова. Иван Васильевич, здравствуйте! Здравствуйте! Вы как непосредственно относитесь к организации? Вы организовали вот это все действо. Вытекающий мой вопрос, как вы считаете, удачно оно прошло, понравилось вам? И какой бой запомнился больше всего? Ну, я всегда сужу, понравилось, получилось ли или не получилось, это по публике. Ну, публику увидели сами, все были в восторге, все поддерживали наших бойцов, никто, зал вообще ни на одном бою не молчал. Поэтому я считаю, что получилось на уровне. По боям запомнились, ну, Максим Кужельный с Рукменом боксировал очень неплохо, мне понравилось. Запомнился бой Волосько Виталия, досрочно закончил, Дмитрия Пеленкова, Татьяны Лукашовой. Вы все сейчас переверяете бои. Да, ну, это мои ребята, ну как я могу их не сказать. Да. Ну и, конечно же, Ганина Евгений, это, конечно, наш соперник, но показал высший класс. Ну, жалко, что Костик не собрался, он совсем, конечно, другой. Он другой, у него другой класс. Он, ну, поверьте, вот... Он выводил тоже своих ребят по ММА, он волновался, он мне пока помогал секундировать. Где-то это и моя ошибка как тренера, что я его допускал до этого, надо было самому работать. Потому что человек, который отработал, секундировал, отбегался, потом еще сразу одевает Спраться, перчатки да. и идет боксировать за титульный бой, но это просто ну, неправильно, это моя ошибка, я себя корю, конечно, за это. Но будем впредь уже умнее, конечно, таких ошибок не допустим. И будем надеяться на реванш обязательно. Обязательно мы еще покажем, что такое белорусский бой. И, кстати... Вернемся тогда к реваншу. Может быть, определенное какое-то число, конечно, еще неизвестно, но может быть год, месяц, когда мы увидим второе Я бойцовское думаю, шоу. Что именно бойцовское шоу. Не буду говорить точно в каких числах, но уже увидите очень скоро. Интриги, друзья. Ладно, ну и давайте тогда мой заключительный вопрос. Все, с кем мы разговариваем, чего-то желают ребятам, которые хотят заняться спортом. Давайте от вас немножко пожелания. Ребят, занимайтесь спортом, занимайтесь единоборствами. Я считаю, что настоящий мужчина должен заниматься только единоборствами, потому что он воспитывает и дух, и характер. И если ты себя чувствуешь уверенно, приходишь в зал, то ты чувствуешь себя и по жизни уверенно, как человек. Ты спокоен, ты меньше раздражителен где-то. То есть, ну, это только здоровое поколение, и единоборство воспитывает мужчин. Он всегда постоит за семью, за родину, за себя. Это очень важно, я считаю. Отлично, друзья. Ну и, наверное, все. Мы не будем больше мучить Ивана Васильевича, потому что он действительно очень устал. Вы можете это видеть, я думаю. И на этой прекрасной ноте попрощаемся. Ребята, всем пока. Пока-пока.